Всем привет! По названию вы уже поняли, что видео не совсем обычное для моего канала. Я иду делать первую татуировку. Да. Машины тут разъездились. Ну как первую? Первую нормальную. Первую я пробовал себе сделать. Это даже не татуировка, это просто... Что-то такое. Просто 4 точки. Не знаю, лет в 14, наверное. Это вот. Ой. Вот. 4 точки на предплечье. Не думайте, никакого здесь зловского смысла нет. Это главные звезды созвездия Девы, по которым я родился. И с детства, ну как с детства, такого сознательного уже возраста, юношества, я хотел сделать себе татуировку нормальную. И всегда это меня желание не покидало. Все эти годы, ну грубо говоря, 14-15 лет. Может, даже пораньше у меня это возникло. И я что-то хотел, и все никак. Сейчас... У меня скоро день рождения, подарили мне заранее денежки. Я решил, а пошло оно все. Надо воплощать мечты, тем более детские. И вот я иду. Иду делать татуировку. Договорился, вчера сходил. Узнал цену примерно. Время работы. И думал, позже сделаю, а уже думаю, что откладывать-то. Деньги на руках, карманы жмут. Пока не передумал, надо быстрее сделать. Если позволят снимать, процесс маленько поснимаю. Но все совсем недалеко от дома. В полукилометре. Вот тату. Шульц студия. Погнали. Вот такой тату салон. Сейчас распечатали картинку. Мастер переводит ее на кальку, чтобы приложить на руку. Я пока вам покажу слегка обстановочку. Все очень прилично. Зеркало. Во всю стену, двухметровая, наверное. Больше. 2,5 на 2. Картиночки с татушками. Вот. Картина. Хороша. Я бы такую себе дома повесил. Во всю стену. Вот сама мастерская. И вот еще одна. Здесь кто-то над ней поглумился слегка. На глазу нарисовал какой-то номер, буквы. Ну и здесь даже картиночки, татуировки. Аппарат. Надо спросить, какой аппарат. Их два вида бывает, я не особо разбираюсь, но слышал, что два вида аппаратов для татуировок есть. Краски разные, компьютер. И я хочу вот что-то вот типа такой карты мира, вот на предплечье. Хотел маленькую, не знаю, может, сантиметров 10. Девушка запечатала большую, может быть, большая у меня будет. Посмотрим. И надпись одними шрифтов. Ну вот, вот такой вот я выбрал. Потом объясню, что это значит. Готовлюсь сделать татушку. Вот сейчас рисунок переводим на кожу. Примерно вот такое у меня будет на руке.
Вот так вот. Это еще пока только рисунок, переводка. Может, посоветуете мне так и оставить? Нет. Давно я хотел татуировку, но выбрал не именно эту. Хотел что-нибудь, думал, а орнамент какой-нибудь. Думаю, что орнамент? Сделаю татуировку со смыслом. Ну и будет еще надпись по низу. Ну а если скажете, ладно. Сейчас будет первая реакция на татуировку. Как по ощущениям? Да пока нормально. Как комарик кусает. Только долго. Долго она залит комарик. Ну, сейчас предстоит сколько по времени? На часика два. Тут очень много детализации. Часика два там мы посидели. Ну, с перерывчиками, соответственно, все, чтобы сильно не уставали. Пару часов. Ну вот, прошло 45 минут около этого. Больно только первые 5-10 минут. Потом все нормально. То есть осталась еще надпись. И предложили мне моря и океаны сделать небольшим фоном синим. Сейчас посмотрим, что получится. Мастер хороший, я доверяю. Так вот, нанесли ей надпись. Надпись носить очень удобно, я скручен в три погибели. В такой позе, что все затекает. Сейчас немножко отдохнет мои суставы и мышцы. И продолжим. Но в целом очень хорошо. Но это еще не конец. Вот внутренние моря нанесли обычной иглой. Сейчас будет... Какая игла, как называется? Магнум. То есть там сразу несколько игл. Пять, да? 11. А, 11 даже. Чтобы размытые океаны немножко подрисовать. Вот. Примерно такое вот будет размытие. Синее потом переходит в голубое и в кожу. Белая. Прикольно. Так вот будет по всему. Ну, где океаны. 2,5 часа уже мы делаем. И еще не знаю сколько. Контур-то сам быстро сделали. За час, даже за 45 минут. И вот остальное. Надпись «Моря и океаны». Но я на это не рассчитывал. Но это классно. Это смотрится намного лучше, чем просто черный контур. Классно. Ну вот, как-то так. Надпись «Моря и океаны». Красота. Мне нравится. Время уже 9 часов. Пришел от 4:30. Короче, долго. Вот так вот. Время 10 час. Сделаю татуировку. Оказывается, за ней еще ухаживать надо. В аптеке накупил всего. Всего. 5,5 часов я был в салоне. Офигеть. Ну, татуировку чисто. 3 часа не меньше. А телефон еще дома забыл. Меня, наверное, потеряли уже. По-любому потеряли. Сказал пару часов. 5. Офигеть. Но я сам не ожидал. Но если был просто контур и надпись. Ну, в час, в полтора максимум мы бы уложились. А вот океаны.
моря, океаны, это долго. Все остальное время делали как раз растушевку, или как она называется. Многие мне скажут, да нафига тебе это надо? Пусть не на старость, если, ну, 30 татуировку задумал, там пацаны, студенты делают татуировки, и ты куда? А не мог я раньше. Скажете, потом разочаруюсь, потом это будет потом. Сейчас я исполнил еще одну свою детскую мечту, хотелку. Сейчас найдутся по-любому товарищи, которые начнут меня троллить помаленьку, но ничего. Я юмор люблю, пошутим. Короче, я очень доволен. Подошел я уже к дому. Фу. Ну и все. Галочку поставил. Детскую мечту выполнил. А это многого стоит. Всем пока.